всю войну под завязку. Я все к дому тянулся и хотя горячился, воевал делово. Но он торопился, как-то раз не пригнулся и в войне взад-вперед обернулся. За 2 года всего ничего, не слыхать его пульса 43-й весны. Ну а я окунулся в довоенные сны, и гляжу я дурея, но дышу тяжело. Он был лучше, добрее, 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 добрее. Ну а мне повезло. Я за пазухой не жил, не пил с Господом чая и ни в тыл не стремился, ни судьбе под подол. Но мне женщины молча намекали, встречая: если б ты там навеки остался, может, мой бы обратно пришел. Для меня не загадка их печальный вопрос. Мне ведь тоже не сладко, что у них не сбылось. Мне ответ подвернулся: извините, что цел. Я случайно вернулся, 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 вернулся. Ну а ваш не сумел. Он по рации крикнул: в самолете сгорая, ты живи, ты дотянешь. Доносилась сквозь гул: мы летали под Богом возле самого рая. Он поднялся чуть выше и сел там, ну а я до земли дотянул. Встретил летчика сухо, райский аэродром. Он садился на брюхо, но не ползал на нем. Он уснул, не проснулся, он запел, не запел. Так что я вот вернулся, 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 вернулся. Ну а он не успел. Я кругом и навечно виноват перед теми, с кем сегодня встречаться я почел бы за честь. И хотя мы живыми до конца долетели, жжет нас память и мучает совесть. У кого они есть? Кто-то скупо и четко отсчитал нам часы нашей жизни короткой, как бетон полосы. И на ней кто разбился, кто взлетел навсегда. Ну а я приземлился, а я приземлился. Вот какая беда, вот какая беда, вот какая беда.